Добрый день, дамы и господа. Игорь, спасибо за слово. Я рад вас всех здесь приветствовать. Здесь многие наши знакомые, многие наши клиенты и партнеры. Я со своей стороны хотел бы поделиться, наверное, тем опытом, который мы получили в ходе разработки программного обеспечения системы управления очередью, клиентским обслуживанием. Вот уже на протяжении 20 лет, и с чем мы столкнулись в последние годы, наверное, давайте на некотором роде обобщим этот опыт и поделимся с вами. То есть, что было изначально? Да? То есть, когда мы начали вообще разрабатывать программное обеспечение, связанное с обслуживанием, с клиентским обслуживанием, то в начале 2000-х всем было не особенно принципиально, какие платформы выбирать. Да? Всем понятно, что крупные вендоры выходили на большинство учебных заведений, растила молодую поросль разработчиков, общалась с основными потребителями этих программных продуктов, в том числе в банковском секторе, в ритейле. Вот. И всем был очевиден выбор. Лучший враг хорошего, давайте разрабатывать все под Windows. Да? Вот Microsoft стал таким стандартом по умолчанию. Как операционные системы серверные, так и клиентские. А для системы управления базами данных тоже был очевиден выбор. Да? Либо MS SQL в некоторых решениях, либо в крупных Enterprise решениях, это база данных Oracle, и особых альтернатив никто не видел и не предполагал. А зачем? Вот. Поэтому строилось все в основном на подобного рода программном обеспечении, и стало очевидно, что вот сложившийся отраслевой стандарт. Так как еще даже в начале 2000-х было не очень хорошо, скажем так, с каналами связи между распределенной сетью офисов, то есть с доступом в интернет, то в большинстве случаев предпочитали создавать распределенную архитектуру решений, которая требовала установки и администрирования в соответствующей сети филиалов распределенных офисов. К системам подобного плана, то есть как система в электронной очереди, во многом относились как к номерковому аппарату. Взяли номер, талончик, нишевое решение. Понятно, что мы должны каким-то образом людей маршрутизировать. И в принципе этого в большинстве случаев было достаточно. Использовалось часто узкоспециализированное оборудование, которое можно было использовать только для конкретных определенных целей. Вот стоит номерковый аппарат, вот здесь эти экранчики светодиодные, все было заточено под какие-то конкретные цели, с которыми все были согласны, да, хорошо, да, вот оно есть, вот каких-то факторов, которые бы нас мотивировали на то, чтобы что-то изменить, их в принципе не было, то есть они отсутствовали как класс. А зачем? Но в последние годы, особенно, я бы сказал, что это даже не полгода, влияние ощущалось, понятно, с 2014-2015 годов. В последние года два, наверное, эти требования усилились, и всех, естественно, стали загонять железной рукой в счастье. То есть, окей, господа, используйте в программное обеспечение, которое включено в единый реестр российского программного обеспечения. Вот вам соответствующие преференции в виде нулевой ставки НДС и так далее. Стало очевидно, что наши клиенты хотят использовать решения, которые имеют централизованную архитектуру и в том числе относилось к системам электронной очереди. Потому что вопрос в том, что если вдруг что-то неполадки с сетевым оборудованием, то есть канал упал или еще что-то, в офисе, наверное, упало все, в том числе и системы электронной очереди, в том числе другие системы, которые тоже имеют подобную централизованную архитектуру решения. Поэтому в данном случае вопрос отказа устойчивости для нашего класса систем снимается сам собой.
А преимуществ от централизованной архитектуры решения гораздо больше, в том числе и с точки зрения масштабируемости, сопровождения и так далее. Появились требования от наших клиентов, на которых влияет, естественно, бизнес, естественно, бизнес-потребности, о том, что система электронной очереди должна поддерживать различные сценарии обслуживания. То есть сценарии должны быть гибко реализуемы на уровне функциональных настроек, а не внесением каких-то изменений в код программного обеспечения. Как отдельно стоящее решение это уже не рассматривается. Требуется интеграция со сторонними системами, в том числе, о чем говорили, это CRM-системы, это мобильные приложения, это различного рода системы аналитики, речевой, видеоаналитики, все что угодно. То есть системы электронной очереди должны быть по максимуму интегрированы в общий IT-ландшафт решения внутри каждого конкретного каждой конкретной компании. Ну и как дополнительная такая опция появилось там желание, потребность в возможностях расширенного управления медиаконтентом, то есть оборудование должно быть утилизировано по максимуму, оно должно с одной стороны не мешать, помогать и еще дополнительно делать что-то, в том числе отображать людям в нужном месте, в нужное время какую-то значимую бизнес-информацию, ролики, картинки и так далее. И в последние полгода стал особенно актуален последний из пунктов, это использование общедоступного оборудования. Но вот в какой-то момент мы с этим столкнулись, что ряд комплектующих для наших систем стал вдруг недоступен или доступен, но по каким-то непонятным схемам параллельного импорта или чего-то с этим связанного, что, естественно, сказывается на общей себестоимости продукции и ни в коей мере не радует наших клиентов, наших заказчиков. Таким образом, нам пришлось вложиться в разработку нового поколения системы, которая для себя реализует весь тот функционал, который хотят получить наши клиенты, наши заказчики, на уровне отечественного программного обеспечения, то есть используя все компоненты для нашего решения, входящие в единый реестр российского программного обеспечения, то есть та самая не импортозамещение, да, а технологический суверенитет в некотором роде. Реализована централизованная архитектура решения, возможность использования для различных сценариев обслуживания посетителей, доступны, настроены соответствующие интерфейсы по интеграции со сторонними системами, в том числе мобильными приложениями, CRM, системами видео и аудиоаналитики. Расширенные возможности управления контентом, а также используем общедоступное оборудование, которое нам удается найти в дружественных странах, так сказать. А что-то мы делаем сами, естественно. Ну и для того, чтобы решение было более универсальным, более всеобъемлющим, естественно, мы сотрудничаем со сторонними разработчиками отечественного ПО для того, чтобы можно было из соответствующих компонентов гибко создавать решения, которые между собой уже изначально интегрированы. С точки зрения интерфейсной части, все-таки коммерческий сектор не так, но госструктуры нам сказали, что Google Chrome не очень, востребован, ему не очень рады в государственных структурах, поэтому мы в том числе для интерфейсной части поддерживаем Яндекс.Браузер, либо любой другой браузер на движке Chromium.
все основные компоненты нашего решения включены в реестр российского программного обеспечения, включая фреймворки, на которых наше программное обеспечение разрабатывается. Операционная система, как вы понимаете, это кроссплатформенное решение, но с точки зрения там, соответствия нынешним требованиям и веяниям, это могут быть отечественные операционные системы, Alt Linux, Astra Linux, либо другие им аналогичные. С точки зрения централизованной архитектуры, мы уже говорили, что это определенное снижение затрат на поддержку обеспечения повышенной отказоустойчивости и защиты данных, консолидация всех данных, ну, изначально консолидирована, так как все это централизованное решение. Единственным тонким моментом, который все-таки, ну, скажем так, он давлеет над всеми, не только над нами, а в принципе, да, то есть это то, что для создания централизованных решений требуются соответствующие серверные мощности, с которыми, как мы понимаем, с уходом ряда вендоров появились некоторые затруднения наших клиентов и заказчиков. С точки зрения функциональных возможностей, коллеги наши уже, наверное, проговорили основные потребности. В том числе мы работаем над тем, чтобы эти функциональные возможности расширить максимум. В первую очередь за счет того, что система электронной очереди – это все-таки в первую очередь информация о том, кто приходил, когда приходил, сколько длилось обслуживание, какие услуги наиболее востребованы посетителями и так далее. То есть дается огромный пласт данных, который может быть проанализирован, на основе него сделаны соответствующие выводы руководством компании. Вот. С точки зрения опыта посетителей, естественно, делается упор на то, что должны быть реализованы по максимуму мобильные технологии, но с одной стороны, но не стоит забывать о том, что заказчики у нас разные, клиенты разные, и когда мы говорим о том, что молодежь использует смартфоны, то нам напоминают о том, что у нас еще есть много клиентов с бабушкафонами, которые в принципе не могут воспользоваться данным пластом функционала вашей системы. Ну, окей, мы должны это знать, мы должны это понимать и поддерживать функционал, который будет работать и с одной, и с другой, с другим направлением. Отдельный сегмент мы делаем как раз на взаимодействии с системами речевой, видеоаналитики и просто авторизации посетителей для их сегментации и приоритизации услуг и получения обратной связи от клиентов. И в конце концов, ну, скажем так, СВО победило коронавирус, но тем не менее упоминание об этом в новостях ну, до сих пор встречаются, да, и статистика присутствует, и нет никакой гарантии о том, что что-то не изменится там в этом направлении. Поэтому в ковидные времена стала очень востребована функция предварительной регистрации посетителей, в том числе для соответствия неким санитарным нормам, например, да, и для распределения соответствующего потока по времени, по офисам, по территориям и так далее. То есть мы проработали именно расширенный функционал управления предварительной регистрацией, маршрутизацией этих самых посетителей. Наверное, вкратце все. Мы таким вот в течение там 14 минут быстро пробежались по тому опыту, который мы получили и что мы делаем для того, чтобы побороть эту ситуацию и быть полезными для наших клиентов. Этот опыт мы накапливали на протяжении практически 30 лет. И, естественно, в рамках текущей сессии мы, наверное, не можем обо всем поговорить. Поэтому мы будем рады видеть вас на нашем стенде. Приходите, поговорим подробнее. Спасибо за внимание. Спасибо.